Друзья, хочу показать и рассказать вам чуть подробнее про нашего героя Джона Филби. Вы знаете, неспроста в одной из сцен он одет именно в арабское одеяние, потому что Джон Филби с 1925 года, получается, жил в основном при дворе короля Саудовской Аравии, короля Аль-Сауда. Он был женат на арабке, он имел с ней общих детей, а в 1930 году он принял ислам. Вот, собственно, краткая информация об этом уникальнейшем человеке, Джонни Филби. Это очень известный человек, очень известный посол, известнейший дипломат. Много о нем интереснейшей информации, пожалуйста, почитайте.